Слава, всем здоровья. Печки начали уже потихоньку разгораться, и в доме немножко начинает теплеть. У нас, в принципе, сейчас довольно холодно для наших мест. Но этот мороз продлится недолго. Как и обещают, прогноз не меняют. Через несколько дней мы опять упадем где-то коляну-ля будет. Пусть так. Печи топлю не только ради того, чтобы самому согреться. Все-таки мороз начал потихоньку пробираться и в дом. Здесь у нас хранятся овощи. Надо немножко протопить, чтобы не мерзли. Сегодня я еще попробую почистить стены вот такой металлической щеткой у меня было. Опять же, она без гайки. Мне не нравятся щетки на гайке. Они зализываются в одну сторону и практически больше после этого не чистятся. Вот, а это можно будет в одну сторону почистить, переставлять в другую сторону. Вот, и тогда я уже буду знать, как и что здесь работает. Ну, в принципе, сейчас этим и займусь. Хозяйство мы уже начали кормить. Сейчас Валентина там режет. Ты уже наготовила? Да. А тут у тебя что? Овощи. Нутряшем или хрюшем? Нет, пока нутряшем. Хрюшем тоже нарежу. Угу. Ну, я думаю, с капусту съедят, с морковкой, перемешку. Еще можно осыпкой сыпать. Ага. Ну, будет вкусно. Похвастался, что у меня щетка без гайки, и она не оделась. Щетка довольно толстая, я не знаю, я не помню вообще, она у меня давно лежит. Применял я ее когда-нибудь чему-нибудь или нет. Пришлось ее одеть вот здесь рядом. Ну, возможно, так даже будет и работать интереснее этой. Прошелся потом этой. Дома приеду, переделаю. Сейчас главное провожу испытания. Справится она с этой задачей или нет. С металлической щеткой работаю только в очках, потому что эти усики имеют свойство отламываться и вбиваться в тело. Иногда они вбиваются в тело на 2-3 миллиметра. Так, ну что, первое впечатление. Вот в такой компоновке вообще классно работает. В основном работаю этой частью. Когда попадается, ну, вот эта побелка, тогда перехожу, ну, или старые обои.
перехожу вот на эту, оттираю и опять. Вот эта щетка очень классно зашлифовывает. То есть оно гладенькое становится. Хоть ты его вообще ничем не покрывай, может так оно и будет. Тут можно такой шваброй пробежаться, я думаю, даже пыль можно будет в будущем снимать. Но это, про это будет думать в будущем. Но это и мало. Очень сложно подойти вплотную к наличнику. Наличник снимать я не хочу, потому что он здесь вкрашенный уже довольно, я думаю, большим слоем краски. И это все отрывать не хочу. Лучше я возьму жесть, загну, здесь буду ставить и вплотную щеткой пробегаться. Щетка надо другая, это не достает. Возможно, если бы не было, или она с этой стороны стояла бы, тогда бы вот так и доставал бы. Но вот щетку купить не проблема. То есть, в принципе, чистить можно. Долго, нудно, пыльно, грязно, но можно. Ну, никто не ожидал, что будет легко. Причем вот этот, скорее всего, буду пытаться добиваться вот такого состава. Чтобы чуть-чуть где-то проявлялась вот эта синька. Синька это не синька, которая вот в магазине, в аптеке продается. Это у нас называется вот этот медный купорос, разведенный с побелкой и помазанный. То есть это будет медный купорос. Но он почему-то так вот в деревне, в простонародье называется синькой. Ни рубанком сюда нельзя подойти, потому что оно все равно волнистое, рубанок не возьмет. Лепестковым кругом, ну как я говорил, это в основном чистят лепестковым кругом. Спасибо за там подсказки на какие-то каналы. Я смотрел это еще до того, как начинал это чистить. Лепестковый круг, конечно, дает сразу новое дерево. Он снимает вот эту черноту и будет как будто оно новенькое дерево. Ну, если только где-то короед поеденный, только тогда он покажет. А вот это все-таки, оно остается таким, какое оно было здесь. И здесь много десятилетий жили люди. Примерно вот так было до того момента, пока не начали мазать. Возможно, они начали мазать сразу. Но, скорее всего, не сразу, потому что тут угол, часть помазана, часть заклеена. Все, вот сейчас уже второй раз я провожу испытания, я в принципе понял, что мне надо, какие мне надо инструменты, как я буду работать. Как там хозяйство? Скажи зрителю. Видишь, тебя очень дымом слышно. Это пыль. Ну, привет. Хотя очень не слышишь вообще, как ты дым и пыль. Фу. Это пыль, пыль. Ну что получается? Ну, выйдет со света. Вот смотри. Вот здесь не могу подойти вплотную и здесь. А вот это вот. Ты что, с руками надо будет? Нет, я другую ёшу куплю. И другую щетку. Ну ничего, ну, так, дерево красивое. Ну я считаю, наверное, его не надо будет вышлифовывать, чтобы оно стало аж белое. Вот так уже будет достаточно. А, наверное, нет. Мне надо пощупать, такое гладненькое. Угу. Его даже протереть можно на будущее. Что ты все равно справишь? А, ну пыль, да, веником смахнешь. Ну вот так щеткой такой на гибкой. Чуть влажной. Ну и покрыть же надо будет чем-то. Ну, вот здесь я говорю, уже можете не надо вообще ничем покрывать. Чего? Ну оно же так будет убираться легче. Ну, если ладонью покрыть, конечно, будет легче. Там уборка легче. Пару щеток надо дополнительно купить. Это не везде достает. И она не становится. Ее надо. Ну это я думаю, сейчас заберу все, переделаю. Mm-hmm. И можешь отправлять меня в командировку. Не, не отправлю, сейчас мороз. Жалко как-то. Родной все же. Хозяйство все покормил? Ну еще надо подзаносить там трошки. Утеплило? Нет, только сено занесла. Утеплить я не могу, удалить до салона. Сейчас я тебе помогу. Ты
Ты весь в пыли, у тебя вся голова в пыли. Ты хоть бы что-то шапку одел, то стряхнул бы. Миш, ну ты вообще, ну как тебя потом тестировать? Ну весь в пылище. Вот так и живу. Так и живу, не тестироваться. Все, пошли докармливать хозяйство, да поедем. Комбикорму засыпем, бункер. И комбикорм я засыпала. Два вида. А бункер? Ну, бункер наполовину полон. Ну, я думаю, хватит. А, ну хватит. Но... И второго вида целое ведро сыпала. Целая корыта большая. Надо докупать. Да, хрюшки растут. А надо... сейчас холодно, им еще больше надо согреваться. Надо кушать. Одного. Энергия. Миш, ну куда ты его положишь? Все морозиловки заняты. Надо только подъесть после свято мяса, то потом уже потеплеет есть. Миш, что ты задумал? Буду купаться с ним. Сумасшедший. Барсик, вразуми его. Очень, я думаю, контент зашел бы. А помнишь, как вы в бане купались? После бани выходили в снег. Миш, ну холодно. Ты знаешь, я возле печки согрелся. Это ты там ходила, тебе. Ну голову хоть не мочи. Уже в хату пущу, Миша. Ужас. А, уже пустишь? Ужас, ужас какой. Вытирай хоть и голову. Куда ж ты на морозину? Все, пошли. Как кормиться дальше? Не верю. Не съели. Ну, насыпай показываю, до полного. Показываю. О, ну, сколько влезет. Ага. А ты мне не веришь. Я не верю. Ну, наверное, не стоит этим свиням отдавать то зерно, правда? Или высыпем опять сюда? А не надо. Ну, что-то писали, да, зрители, что оно не переваривается там. Да, перевод продукта. Как надо. Это если дробилка. Надо было плющилку сделать. Вот надо и информацию по плющению зерна посмотреть. Если зерно расплющить, я думаю, это было бы лучше, чем комбикорм, потому что комбикорм просто так не дашь, наверное, а вот плющенное зерно, наверное, не ели бы животные. Вот кто, есть у кого опыт? Это ты сам придумал или такое не, есть? Я где-то видел, это два вальца. А-а-а. Плотно стоят. Давай сып, не отвлекайся. А, все. Плотно стоят друг к другу, оно расплющивается. То есть, когда, почему оно выходит? У зерна есть оболочка. И она не растворяется в желудке. А расплющенная, разбитая, это как хлопья. Mm. Только не овсяные, а какие-нибудь. Ну, все в твоих руках, Михаил. Нет, все в твоих руках. Нет, у меня, я не знаю, у нас даже не распространено такое. Мало, то есть только мельницы делают. Плющилку я в наших краях, широтах. Ты будешь первооткрыватель. Надо узнать вот информацию. Хорошо, давай. Может, кто обладает информацией, делал, пробовал, кормил. Напишите, мне будет очень интересно. И если есть какие-то ресурсы, где это можно посмотреть, узнать тоже можете писать. Я все сделаю. Все посмотрю. Давай соломки. Что, говоришь, а мама идет проверять. Реонечка. Ну. Камеру не надо так. Вы как на каблучках ходите, да, по этому льду? Толстые жопечки. Ух, там у вас и соломки много. Тепленько. Идите. Хрюшики. Соломки все вымазаны. Ох, вы молодцы. Твердо, скользко, да? Как на каблучках мы ходим. Холодно, все идут спать.
нас поднимается ветер. Очень холодно, из деревьев влетает весь этот лед. Это к лучшему. Зерно Хрюша ест. На. Ну, все равно же, наверное, что-нибудь да раскусит такое зернышко. Не все проглотит целиком. Наверное, да. Что-нибудь да усвоится. Ей можно. Яна у нас тяжарная. Тяжарная. Махчима, да. А там, если что, привезем через какой месяц еще кого-то. И хай он же со всеми разбирается. Тоже надо красивенького кабанчика, да. И такого хорошенького, как тот. Да, тот. Смотри, какой, вот смотри, какой красавчик получился. Да, тот почему мы так заморачивались с тем, так далеко его искали, везли. Потому что у них очень хорошие получались поросята. И надежда на то, что второй выводок будет примерно такой же, как и первый. Да, надеемся. Поросятки получились очень хорошие, растут очень быстро. Надеемся на лучшее. А этот водичку пьет. Пей тепленькую, пей. Добавить тебе водички. Ну, пускай, Миша, пускай пьет, потом добавим. Куда высыпаю? Это несем в сарай. В сарай несем. И осыпки насыпать. Сюда мы все, что кролики не доели с внутренними, мы достали и высыпали сюда. Сейчас я попробую это еще дело этим цыкачом порубать. Если получится, еще засыпем сюда осыпь, я думаю, они съедят. У нас через день-два потепление. Это начнет подтаивать. Оно же не испортится точно. Начнет подтаивать. Если его они не съедят мерзлым, они его съедят подтаивать. Ты снимаешь? Ну что, мы тут кушаем вкусненького, капустку вкусную. Да? Ай, молодец. Вся банда там, а мы тут. Вот столько вот соломки у них. Вот очень-очень много. Я думаю, они не замерзнут. Вот так вот. Ну что тут у тебя? У тебя свои порядки, да? Ну не рви, не рви. Мы же тебе комбикорм привезем в нем. Не рви. Хрюнька. Там нет ничего, там пусто. Это все домой. Хозяюшка, хозяюшка, что-то сегодня нутряшки слабо выходят. Ну а что ты мерзнешь, что ли? Иди в домик, иди, там соломы куча. Такая большушка такая. Такой большой, мамку догоняешь. Ты молодец, молодец. Ты решила и дорогу почистить? Да. Если мы туда поедем, мы не поедем никак. Салон взорвать, резать. Там резать надо, а мы туда не поедем. Да. Значит, здесь я трошки подкормил мышей в районе, и ловушка перестала срабатывать. То есть она срабатывала на мышек. Кто? Ага, там чуть-чуть картонка достана, но не полностью, значит, все равно там еще никто не ходил. Кто там ходил, с
Скорее всего, это птицы. Вот здесь тоже есть пена. Запенена. И она порвана. Скорее всего, это птицы. И пену достали, и дятел, может. Дятел здесь был. Все, вот так закончилась наша очередная поездка на хутор. Все у нас пока живы-здоровы. Кроликов видел много. Поснимать особо не поснимал. Прячутся. Дикие стали. Валет счастье радуется. На балконе жить будет, да? Мне осталось с вами попрощаться, рассказать анекдот. Анекдот был. Сейчас эти праздники все идут. И вот такой анекдот. Доктор, Валентина, это тебе анекдот. Доктор мне прописал пить 2 литра в день. Жена такая: ну не пиво же. Ой, иди ты лесом. Ты что, доктор, что ли? А чего ко мне? Ну, это я тебе не приписывала 2 литра в день. Это я типа тебе рассказываю. Ну, типа, да. Почему это так происходит? Потому что доктор прописал. Ага. Все, вам всего хорошего. До свидания. Мира вам. Бог даст. До новых встреч. Пока. Всем пока. Корка ледяная перестала быть такой жесткой. Мы даже в прошлый раз не брали собачку. Я переживал за хрюш. А сейчас корка стала мягенькая. Собака бегает. Лапки целые. Все, бегай, бегай, бегай давай. Такого мы в лесу еще ни разу не видели. У нас в лесу дорогу почистили. Сколько лет живем, ездим, такого не было ни разу. Это, наверное, будут усиленно лес возить. Миша, мы тогда не проедем уже тут. Не, если мороз не спадет, то проедем. Ничего, выше. Как кажуть, мороз дорогу палату, смотри. Ты ж трясет меньше даже как-то. Дорога, смотри, хоть катись, можно. О. Ну это чудеса. Это вообще. В лесу дорогу почистили. Все, начнется лесовозы. Да, а вот если лесовозы пойдут, то филина, они пойдут, судя по тому, что если дорогу прочистили, они пойдут, и если будет плюс, дорога и это закроется. И как нам быть? Будем на лыжах. Строим, Михаил, вертолет. На лыжах. Хотел я когда-то построить автожир, что-то среднее между вертолетом и дельтапланом, но знающие люди посоветовали этого не делать. Чтобы не тут вертолет, тут на шариках солнце нельзя летать. Засвечивает камеру. О, а эти что здесь? Может, это электрики мне свет будут вести? Ага, Миш, надейся. А смотри, с этими, с папками, с документами ходят. Ну да, это лес будут валить. Садить можно? Может, валить? Садить. Подожди, а что? Что за организация? Надо посмотреть, блядь, что в машине написано. Все, я выключаю, правда? Это не лесхоз. Да? Это СМУ какой-то. Ты счастливчик, Михаил. Нет, это номер. Ну, то это точно не лесхоз? Непонятно. О, смотри, они туда ее почистили. И что? Что они здесь делают? Ну, встань и спроси мужика. Там какая-то табличка появилась, Миш, ага, смотри. Ага, я вижу. В следующий раз мы ее посмотрим. Хорошо. Вот такие чудеса творятся у нас в лесу. Еще раз вам всего хорошего, еще раз вам мира. И еще раз вам пока. Еще пока.
А у нас красота. Да, есть такое дело. Редко у нас бывает такое. Я вообще первый раз вижу, чтобы так обледенили деревья. Блестят на солнце.